Всем привет, с вами Димчик, и сегодня будем играть в Дивный сад. И вы спросите, почему у меня вот уже, не знаю, так много денег, и вроде бы, что я стену купил с аквариумом, вроде бы. Это вроде бы не записал. А потому что я когда снимал, комментировал все вот это, у меня все это время был выключен микрофон. Да, вот такие тут дела. Был выключен микрофон. Ну ладно, теперь будем записывать. Эти деньги я набрал и открыл задний двор. Ну, давайте продолжать. Думаю, сейчас микрофон включен. Думаю. Потому что я даже не знаю. Сейчас даже проверю. Да, микрофон должен быть включен. Ну ладно, давайте попробую сейчас я быстро все пройти. Так, давайте первое, вот, курительная трубка. Давайте найдем и сразу это. Найдем и отдадим ее. Ну вот, например, сумка, аптечка. Ну, аптечка, он, или аптека. Не знаю, в общем, как он нажал. В общем, нам надо сейчас найти курительную трубку. Да, сапоги даже нашли, но что-то я не могу найти. Ладно, сейчас в общем найдем. Так, а вот мы все нашли. Дальше фрукт, да, ищем. Фрукт нашли. Паутина нашли. Выключатель. Так, нашли. Рукавицы нашли. Так, стеклянные банки нашли. Подкову нашли. Красная тряпка нашли. Моток веревки. Так, что-то. Вот нашли моток веревки. Три мастерка? Мастерка? Что? Что это? Ладно, давайте вот ведро. Что там дальше? Крючок? Да. Крючок. Крыса. Зачем тебе, конечно, крыса? Я не знаю. Набери ее. Ручная пила. О, все нашел, что это такое. Где же? А, вот. Так, вот первое, да? Давай. Есть. Нашли. Так, ручную пилу даже нашли. Так, пуговица. Ага, нашли. И огнетушитель. Сейчас найдем. Нашли. Вот такой-то несложный уровень был, что-то, я даже не знаю, уровень завершён. Статистика заработана, подсказки. Ну, в общем, вот только мы получили. Продолжаем. Ну да, нажимаем, да, и все. Копим мы вот сейчас на это. Балюстрада. Не знаю, правильно прочитал, ладно. О, спальня. Неужели? А, нам сейчас надо пуговицы искать. А вот когда на записи не было, мы там искали вроде бы нитки и иголки. Такое задание было. Ну, в общем, я нашел все. Как вы видите, я уже вон где. Думаю, эту игру я уж... Игру точно я пройду, наверное, полностью. Ну, посмотрим. Там
сейчас посмотрим даже, что за награда вроде бы. Коврик, ручная работа. Ну давай, куда ты его? Офигеть. Такой коврик. Да, это я. Столовая. Будем искать. По порядку. Как всегда, по порядку. Или по порядку. Первый я уже прочитал, карандаш. Второй бутылка. Который я все равно сейчас найду. Кленовый лист. Дальше. Потом зонт. Потом перчатки. Так, что-то все-таки не сложно. Ладно, очки пока, потому что, ну, не знаю, песочные часы он нашел. Колокольчик, например, сейчас найдем. Только где? А, ну у нас, в принципе, фотоаппарат еще есть. Будем искать. На. Так, подушка. Ну, в принципе, пока не сложно все. Ладно, давайте сначала. О, медаль нашли. Так, давайте колокольчик все-таки найдем. Да, колокольчик надо найти все-таки. Колокольчик. Ладно. Телефон, например. А, вот смотри, что-то я нашел. О, даже не. Это новый какой-то вроде бы. Так, граммофон. Вот мой граммофон, кстати говоря. Статуэтка лошади. Так. Телефон, кстати говоря. Конверт, кстати говоря. Дела, кстати говоря, где-то. Ладно, давайте вот сейчас. Смотрите. Вот раз яблоко, да? Два яблока. Три яблока. Так, еще. Еще яблоко. Так, вот сейчас надо прям вот подсказку. Даже плюс фото. За фото дали бы. $50. Ладно, получили мы, наверное, $1500. Да. Даже 1600. А, ну тут правильно, да. 1600. О, смотрите, у нас доступно уже. Стоп, ну-ка, а это сколько стоит? Блин, даже не знаю, что купить. Ладно, давайте купим это. Блин, даже не знаю, что выбрать. Бело с красным, наверное, будет хорошо смотреться. Блин, те надо было осталось. Ну-ка, давайте посмотрим. Какие можно там?
кашля, что ли? Марака. Ладно, давайте дальше. Рупор. Угу. Вы такие слова задаете, что я даже таких не знаю. Ладно, будем искать. Надеюсь, найду, что комментирует. Ну-ка, что... А, вот, трость. Да, трость, что же это? Давайте что-то сходим, подскажем. О, за фото даже дали. $50. Нормально. Микрофон задел, извините, если там какие-то звуки были. Ладно, чемодан. Пальма, кисть, кисти, опять прочитал, неправильно. Так, давайте искать кисти, ля-ля-ля-ля-ля, кисти, о, нашли, так, очки, наши очки, четыре вазы, ты издеваешься, наверное, да? Первую вазу я вижу. Так, вторая, где же у нас ваза? Ага, все нашел, даже три вазы нашел. Ладно, 25, ну 50 рублей в общем. Так, и последняя ваза где-то туда должна быть. Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Давайте вот так сделаем. Хотя я даже и не читал. Да. Ну, градус можно использовать. Я даже не знаю. Мы все равно без времени играем. Не знаю, зачем этот градус. Ладно, давайте проходить. Нервная лента. Ну, в общем, лента, которая имеет надо. Давайте поищем. Что ж нам ее не поискать-то? Ее долго, наверное. Ну, смотри, что-то нашли даже. Смотрите, еще что-то нашли. Корзину можно найти. Если она неподалеку, конечно, сейчас. О, смотрите, корону нашли какую-то. Ладно, давайте дальше искать. Что-то даже не нахожу, что еще тут можно взять. Да, вот это, наверное, самое сложное. Давайте пирожные. Вентилятора? С ума сошли, что ли? Ладно, наверное, вот это первый. Так, первый, наверное, вот это. Второй, я не знаю. Да. Как я был и прав, что... А, ну вот еще один. В принципе, минус еще один клиент. Дальше.
Что, еще один, что ли? Я же ведь выбрал сейчас. Ну ладно, давайте еще один найдем. Я же даже не заметил, сколько ей надо было. На чемодан даже нашли. О, вентилятор. Обувь, например, вот. Подарок, например. Подарок, вот, смотрите, да. Видели, как я все нахожу что-то? А, вот, смотрите, вот и это. Да, вот и круто. Так, где-то теперь должны ножницы лежать. Ножницы, да, ножницы. Я что-то даже не знаю, где ей ножницы взять. Может, кубики понять. Ладно, давайте почитаем. Шар. Так, дальше. Кружка. Так, а где кружка-то? Нет, а вот. Ладно, давай. Ну, давайте поищем. Следующий, вот последний игра вот это будет. Вот сейчас вот это, да? Вот я. Да, записываю. И потом следующий. Ой, вот, вот этот задний двор, это последний будет. Что? А, тачки тебе. Последний-то найдет. Нам что, сложно, что ли? А, ну вот, и все. Кесачок. Ну вот и все, уровень завершён. Ваш наград... Ага, понятно. Ладно. Смотрите. Давайте посмотрим. Думаю, вы опять прочитаете все. А, ну вот он нам книги принес. Да-да-да-да-да. Да. Ну, наверное, вот сейчас вот эту. О, чердак открылся. Или он уже был открыт. Вроде бы нет. Разве так деньги летели? Ну ладно. В общем, как-то без разницы. Чё, что ли, денег больше нет? Ладно. Перчатки. Ну вот перчатки, чеснок, например, а, тапочки, это носки,
давайте. С вами был Димчик. Всем удачи и пока. Подписываемся, ставим лайки.